день. А вы у нас? Серикова Таисия. Это ваш номерочек. Его надо будет наклеить на одежду перед выходом на сцену. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Блиск софітів, оплески, визнання. Саме цим бабить X-Factor 25-річну Таїсію. Дівчина впевнена, якщо змінювати життя, то тільки гучно та урочисто. Коли я в общеобразовательній школі працювала з дітьми, приходиться тітку із себе строїти, ти починаєш в нього потихоньку превращатися. Потім заходиш в учительську, смотриш на учительницю зі стажем, розумієш, ні... Я не хочу. Я не хочу такое быть. Ну, это не я. Я потом ушла в бизнес-биотинка. Бикини называется. Вот. Когда девушка остается девушкой красивой, стройной, но при этом она спортивная, подтянутая, очень хороша с собой и женственная. Окрім спокусливих форм, Тая віднедавна може похвалитися і ось таким чоловіком. Для повноти життя бракує ще одного важливого трофею – сцени. Мене Коля постійно настраює, там, ти мене краще, як поросіночок мій. Говорю, зараз вийдеш там всіх, всіх покоріш. І вона як-то раз так і сразу, хорошо. Добрый вечер. Здравствуйте. У нас такое хорошее настроение. У вас как? Отлично. Отлично? Да. Мне просто очень хочется поделиться, потому что так вот как-то... Ну, хорошо все. Да, и у тебя, и у нас же судьи, так у них тоже все хорошо. Мне сейчас будет просто... еще лучше. Да, чтобы эта волна, она сохранилась. Давайте знакомиться. Меня зовут Таисия. Очень приятно, Таисия. Ты приехала. С мужем, любимым. С мужем. Мы приехали. Николай, очень приятно. Николай тут останется? Да. Или до этого. А потом он подойдет к судьям, если что. Если что, да? Коля, иногда бывает, мне тебя не хватает. Я бы сказала, Коля, подойди, пожалуйста. В общем, как ты? Готова. Готова? Да. Прекрасно. Вот этими ступенчиками на сцену. Коль, мы здесь будем вот стоять. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас зовут? Таисия. Таисия. Таисия замечательная. Таисия прелестная. Таисия прекрасная. Какой добрый. И вы в таком немножко винтажном наряде, да, винтажная мне юбка. Мне тоже подобается. Такая вот милая старомодность. Вы нам сейчас продемонстрируете свой вокал, да. И, может быть, нас чему-то научите тоже. Почему нет? Правда? Сейчас я хочу исполнить для вас песню, которая называется «За туманом». Вы в ней наверняка узнаете украинскую народную песню «Туман яром». Да. Но я ее исполню так, как она дошла до нас, до Гомельщины, до Беларуси. Супер, класс. Замечательно. Давайте. Спасибо.